Привет, друзья, иду в светофор на улице Хасанской, Санкт-Петербург. Покажу вам самое интересное, в основном продукты и немного промтоваров. Приятного просмотра. Паштет печёночный со сливочным маслом. Посмотрим. Консервы мясные, паштетные, стерилизованные. Так, состав, читайте. Печень говяжья, масло сливочное, но состав хороший. 36,60. Тушеная формула ГОСТ. Так, посмотрим. Рыбные консервные, измельченное филе, понятно. Кета, горбуша, нерка с добавлением масла. 55 рублей. Любимые, опять возьму. Это фейхоа, протертый с сахаром, 570 граммов. Краснодар. Очень вкусно. 151 рубль. Апельсины, протертые с сахаром, 570 граммов. 87,20. Шоколадный, 250 граммов. В дойпаке, 42,90. Так, что за патока крахмальная, карамельная, какао-порошок, вода питьевая, молоко цельное, сгущенное с сахаром. Ну, хороший состав. 250 граммов, 42,90. Джем персика вижу и клубничный. Астраханка, 54 рубля, 520 граммов. Вот, клубничный и персик. Холодильник заглянет, мороженое. Есть красная смородина замороженная, 134 рубля килограмм. Вот развесные, вот 93 рубля. Так, там тоже ягоды какие-то замороженные. Так, дальше посмотрим. Рыбка, горбуша, филе на коже, 365 рублей килограмм. Морепродукты все во льду. Там что-то большое, ничего не написано. Это форель, наверное. Вот смотрите ценники. Останавливайтесь, смотрите. Нимку опять привезли на кости. 214 стоит. Такие ножки. И бока. Ну, такие 759, вот такая штука, 800 и так далее. Масло сливочное крестьянское, 72,5% жирности, ваше удовольствие. Состав пастеризованной сливки, 93 рубля стоит вот такое. Сколько здесь, полкило? Не знаю. Масло растительное белокатайское, полкило. Ну, типа маргарин, наверное. Так, не по-русски. Состав: подсолнечное масло, растительное масло, сахар, эмульгатор, лецитин, соль, ароматизатор. Понятно. 59 рублей полкило. Так, вот такое масло. Сливочная сторона масла сливочного, полкило, 82,5% жирности, 96,30. Не знаю, не брала. Кто брал, напишите, пожалуйста. Вкусно ли оно? Виола, дружба. Так, посмотрим, что это такое. Массовая доля жирности 35%. Состав: молоко, восстановленное, сухое, обезжиренное, твердое, читайте, плохо видно, 141 рубль. Сколько там граммов-то? 400 граммов. Вода можете смело брать, я покупала нормальный, как в магазинах обычно, 800 миллилитров, 82 рубля. Вкусный, нормальный майонез.
полезный завтрак гречневый, йогуртовый напиток с облепихой и яблоком. Вкусно и полезно. Состав йогурта гречневый, основа. В общем, читайте, останавливайте и читайте. Завтрак без молока. Так, стоит 63 рубля, почти литр. Вот есть с грушей и яблоком, с клубникой, с облепихой даже есть. Вот, с черникой, смотрю, есть. С кокосом. Шоколадная, 62% жирности. 400 граммов. Так, ну понятно, тут заменитель молочного жира. Сыр нарезали, сыр фасованный на топленом молоке, 50% брасовские сыры, 343 рубля килограмм. Так, так, так. Состав. Изготовлен из пастеризованного молока, соли, с использованием закваски, культуры. Читайте. Сыр плавленый Виола, 4 сыра, 76 рублей, 180 граммов. Это что у нас? Сыр плавленый, сливочный с грибами и с ветчиной, 600 граммов, 167 рублей. Тут наборы по 3 штучки. С грибами, с ветчиной и просто сливочными. Вот такой наборчик стоит 167 рублей. Сливочные, черкизовские, по-черкизовски, весовые, 173 рубля килограмм. Такие большие упаковки сыр берут, хорошо даже очередь небольшая собралась. Какая-то что-то колбаски, гриль, 179 рублей килограмм. Колбаски, гриль, ой, такие большие упаковки. Состав читайте, кому интересно. Очень большие упаковки. Ну-ка. Снеки из филе цыпленка, 250 грамм, 197 рублей. Вот так они выглядят. Уже готовый продукт на печенье. Удобная, с малиновой начинкой. Покупала, вкусно. 129 рублей, 1 килограмм. Макаронные изделия. Твердый из твердых сортов пшеницы, 139 рублей, 3 килограмма. Это пирожки. А вот здесь и перья, и рожки, 139. Явилась лапша бобовая фунчоза, полкило, 114 рублей. Мерила здесь. Вот такая домашняя лапша ручной раскатки для лавни. Не разваривается, не слипается. Полкило. 7190 сделано в Казахстане. Риск круглозерный, 400 грамм, 5 пакетиков, 30 рублей, 80 копеек. Конфетки вкусненькие. Ротфронт, бабаевский, Красный Октябрь. Так, что-то я смотрю. Батончики. Так, так, так. Микс. 283 рубля. Так, сколько здесь по весу? Здесь, смотрите, красная шапочка. 1 килограмм. Это микс разные собранные фабрики. Вкусный конфет. Ну, лапшу я покупала. Мне нравится. Лапша яичная, высший сорт. 700 граммов стоит 49,50 всего. Вкусная, правда. Сейчас еще куплю. Вот такие вот ракушки.
из твердых сортов пшеницы. 38,70. 900 граммов. Же фирмы спагетти из твердых сортов пшеницы. 36 рублей. 900 граммов. Лапша домашняя яичная, другая. Килограмм стоит 104 рубля. Но я все же куплю это. Вот такие вот палочки. Пятинездобные палочки, топленое молоко, глазированные, 153 рубля килограмм. Полоски. Выглядит симпатично. Сейчас посмотрим. 190 рублей килограмм. Творожное оно. Печенье творожное. Пирожное тени с малиной и сливками. 10 бисквитных пирожных. С малиной. Так. О, как мелко, ничего не поймешь. Не видно. Так, стоит 72 рубля. Вкусно, вафли с начинкой шоколад. Очень вкусно. 600 граммов, 76 рублей. Такое тоже не ела. Смотрите, какая новиночка. Метрополикс. Почитаем изделие с йогуртовой начинкой. 162 рубля килограмм. Надо взять попробовать печенье. 177 удобное. Пирожное огромное, бедовик. Состав читайте. Со вкусом сгущенного молока. 1 килограмм 167. Пастила и мармелад. Дольки. Лайм, апельсин. 1 килограмм 163 рубля. Печенюшки сейчас посмотрим. Пирожные корзиночки с вареной сгущенкой. Килограмм 169. Сделано у нас в Питере. Мультизлаковое. Так, 96 рублей. Стоит 500 граммов, оно с отрубями. Надо попробовать. Что? Для сантехники, ванной комнаты, гель-концентрат. 800 миллилитров. 100% эффект. 50 рублей 80 копеек. Цен, но прочитаю. Пятновыводитель. Отбеливатель, экологически чистый продукт, самая чистая химия, без хлора, с активным кислородом. Нет цен. Изделие для кухни, антижир, экономно, экономично и эффективно. Быстро устраняет жир, копоть и другие загрязнения с поверхности. Плит, керамических, эмалированных, духовых, грелей, сковородок. Любой посуды. 35-60. Капля. Помните, я вам показывала, меня уговорила взять кассир. Ну, очищает. Ну, не сказала бы, что очень хорошо. Надо приложить усилия, чтобы очистить. 40 хозяйственного мыла. Литр 3. 300. Всегда пригодится в хозяйстве. Я покупаю. 35 рублей. Ежедневные 6 плюс 10. Без аромата. 40 рублей 70 копеек. Комплект мисок 3 штуки. Литр 200, 2 литра стоит, 3 литра 200. С крышкой только первый контейнер большой. 168 рублей. Три выглядят такими мисочки. Стенки толстые. Есть такая штучка для слива. Хороший комплект. Вискозные универсальные. 50 штук, 25 на 25 сантиметров. Для влажной сухой уборки. Превосходно впитывает влагу, не оставляет разводов и ворсинок. 52 рубля. Перчатки латексные, есть размеры S, M, L. Без напыления. 40 рублей. Рыжий кот. Двухъярусные есть угловые. Вот такие вот есть фурнитура для крепления. И вот такие есть полочки. Вот, 191 рубль нержавеющая сталь. Для ванной комнаты, на кухне. Вот, есть такие дырочки для крепления. Вешалок. Вот такие с антискользящим покрытием.
6, так, сколько штук сейчас найдем? 7 штук, 77 рублей. Видите, все еще есть серебряные и золотые. 236 рублей, 120 на 150 на тканевой основе. Хорошая, я купила давно, до Нового года еще. Вот, смотрите, какое классное блюдо от Люминарк. Так, сейчас найдем что-нибудь прочитать. Да, 26 сантиметров в диаметре. Упрочненное толстое стекло, жаропрочное. А вот цена, где цена? Пока не вижу. Найду фильтр, я вам показывала. Экономит воду до 40%. Я купила, мне нравится. На самом деле, экономия очень разбивает струю. Очень понравилось. 123 рубля стоит. Моя любимая сковорода, летая, покупаю уже второй раз, с безопасным антипригарным покрытием. Можно мыть в посудомойке. 26 сантиметров диаметр, 678. Классная сковорода, рекомендую. Здесь появились глубокие от Люминарк, сверхпрочное стекло, 20,5 сантиметров диаметр. Океан графит. Тарелка глубокая. 43 рубля. Отличная тарелка. Десертная. 19,5 сантиметров. Сверхпрочное стекло. 39,70. Всего. Я вам показывала. 43 рубля. 125 миллилитров. Океан графит. Овальные такие формы. Округлые так и не нашла ценник. Так, овальные стоят 371. Хотя много еще их. Жаровня чугунная. 280 на 60 миллиметров. Так, изготовитель кто? Короче, Россия. Очень тяжелая, классная. Стопочек. 6 штук. 65 рублей. Граненое стекло. Появились весы кухонные электронные. Максимальная нагрузка 7 килограммов. Цена деления 1 грамм. 2 единицы измерения, цифровой дисплей. 244 рубля. Так, что тут? Цифровой жидкий кристаллический дисплей, функция тара, максимальная нагрузка, цена деления, индикатор перегрузки, индикатор замены батареи, взвешивание в различных единицах измерения. Материал корпуса пластик. Работает от двух батареек. Они входят в комплект. Удобно. Выглядит симпатично, очень хорошо сделано. Сюда батареечки вставляются. Хорошая. Тут марля появилась. 500 на 90 сантиметров. Нестерильная. 69,90. Отрез. 3 штуки в упаковке. 7 метров. Ширина 10 сантиметров. 63,40. Вот это... Ой, господи, овальное блюдо для запекания из толстого стекла. Производство Франции. Я так и нет цены. Вот нет и все. Осталось вот немного для ручного вязания. Немного уже осталось. Вот такие только розовые, бежевые и серые. 70% шерсти. 30 полиэстер. 162 рубля. Пахнет вкусно шерсть. Да? Для полоскания. 4 штуки в упаковке, 63,80 продаются. Полезная штука зимой. Какая классная игрушка. Самолет и парковка. Развивает воображение. Открывающийся отсек.
еще рампа для загрузки. О, смотрите, как классно. Набор деталей для сборки самолета, автомобилей. Две штуки, набор наклеек. Две машинки в комплекте. Используйте свой собственный транспорт, чтобы дополнить парковку. Схема расположения наклеек. А вот цены, к сожалению, я не вижу. Ну, классная игрушка. Игровой набор в тележке. Включает в себя необходимые аксессуары маленького врача. Они создают увлекательную атмосферу игры. Все элементы выполнены из пластмасса. Полочка регулируется. Высота. А колеса позволяют передвигать тележку в любое место. Вот такой вот набор классный. Вот. Набор 980 рублей на колесиках. Есть для девочки, есть для мальчика, для со всевозможными инструментами. Не достать ли, простите. Тапочки с ушками еще есть. Немножечко совсем. Розовые в основном остались. Мягкие, пушистые. 306 рублей. И вот такие еще остались. Тоже очень мягкие. Сделаны в России. 306. Такие полотенца привезли огромные. Вот такое вот огромное. Метр на полтора метра. Мягкое и очень толстое. Пока вижу только такую расцветку. Так, вот, 636 рублей. Производитель Узбекистан. Так, одну вижу пока. Еще вот такую расцветку. Как-то все непорядок, понимаете? Ничего, для детей взрослых. Поймай меня, если сможешь. Так. Вот целая гора игр для взрослых и детей. Пластиками, карточками и деталями. 414. Ну, большие коробки такие. Тут ходилка-бродилка такая интересная. Есть вот такая с карточками. Сказочный патруль. Столы обеденные. 1590-760. Услуга 1402. Ножки металлические, такие вот тяжелые. Стол обеденный. Или такой цвет. Коричневый. Столешница. Деревянная. Для хранения узкая. Три секции. Три корзины. Втулка длинная, 8 штук. Втулка, ножка. И так далее. Так. Вот есть голубые. Темно-синие. Где же цену-то найти? Но это не то. А, вот. 423 рубля. Наконец-то я нашла. Немного еще металлические, есть. Вот такие вот. Стеллаж металлический, 6 секций, 189 на 64, 29 сантиметров. Белые разобрали, темно-коричневые остались. Так, схема сборки. Все есть. В России изготовлено, стоит 1770. Металл. А вот черную я еще нашла. Темно-коричневый и черный. Табуреты высокие, плетеный, пластик 231 рубль. Все еще есть, но кучка уже уменьшилась. Юбки с шерстью женские. 4 пары в наборе 240 рублей. Ну, такие толстенькие. А сколько шерсти? Так. Состав. Где состав? Сделано в России. Ага. Шерсть 60%. Понятно. Вот такие остались. И вот есть серенькие. Приятные. Вот. 244 пары. Подразобрали. Черные с коричневыми. С оленями даже. Ага, вот такие еще есть.
симпатичные, с такими жуками. Сорти, чистящие средства, лимон, 19 рублей всего лишь. Дешевле, по-моему, не найти. Вот. Не содержит хлор. Для посуды, для сантехники. Друзья, ну на этом пока все. Спасибо большое за внимание. Всего вам хорошего. До новых встреч и пока.